А далі твоя улюблена. А стульчик один. Браво! Ты чуть меня до слез не довела. Спасибо тебе. Сейчас дур не застрелился. Дізнавшись вранці, хто стане наставником категорії дівчата, Санта неймовірно зраділа. І водночас насторожилася. Адже підвести Івана Дорна, котрий одного разу вже беззастережно у неї повірив, вона просто не може. Ви ризикуєте, тому що ваші слова потім будуть згадувати. Знаєте, коли? Да. Коли вона виграє цей конкурс. Да, вона виграє цей конкурс, да. Я не думала, что будет так сложно. Зрители, они не понимают того, что происходит здесь. Они... Я сама, когда зрителям была, я была в шоке. Ну, что вы там гоните? Что так сложно, что ли? Не спать два дня, подумаю, что... Моя соседка, она спит. Я не хотела ей мешать, там соседи тоже спят. 6:01. Ну, это ничего. Как говорится, сон для слабаков. Я уже спала на прошлой неделе, да? Ты должен быть уверен в себе, когда ты сможешь сделать то, что ты хочешь, и добиться своей мечты. Санта, ты зачем вышла? Вот и я забыл. А чтобы... чтобы остаться? Да. Хороший вариант. Кажется, пустует одно. Ну, присаживайся. Да? Спасибо. Да, я не буду тебя слушать. Серьезно ты не будешь? Да, да, серьезно. Честно? Ты да, обалдел. Да. Нет, честно, я не буду тебя слушать. Садись. Садись, садись, садись быстрее, пока не передумал. Мое. Что значит неопытный человек? Зараз я выйду 4 девчины, и что ты с ними будешь делать? Ну, ладно. Пожалуйста, приглашайте. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш официальный канал на YouTube. Там есть много чего интересного. We'll be right back.